Всем привет, дамы и господа, с вами снова Никита Блот и Сёпа! Всем привет! И мы проходим 13-ю неделю миссий в нашей любимой игре CS GO, операции «Расколотая сеть». In the open-ended love with making, girl. Exhale the past, inhale the future that lies. Change my heart, change my mind. For the last time, wanna believe in the life I've led. I don't wanna leave another word unsaid. You know my heart will follow you tomorrow. My evidence you once really cared. I'm reaching for a hand to pull me up, up. One open to an everlasting love. Exhale the past, inhale the future that lies. Change my heart, change my mind. For the last time, wanna believe in the life I've led. I don't wanna leave another word unsaid. You know my heart will follow you in tomorrow. Операция Феррари. Операция Феррари. Не понял. А потом как понял. Нас цель сделать. Голову. Голову. Голову, блядь. Голову, ёпсу. Наша миссия — убить одного из пулемета М249. И... Голову! Бля! 50 убийств! А чё было написано одного? Ну, типа на разминке я хожу. 50 убийств из М249. Смотри, какой у меня F7, смотри, смотри. Это на сайте выбил. Не скажу каком, потому что на рекламу не покупаю. Прикольный? Нах ты курицу убил, да он. Отвалил. Откуда я? Только с банана? Я откуда знаю. Я ж не играл. Здесь сити тоже. Ну, по всей слышимости, банан. Бананы идут. Они все считают? Ёбаный бог. Бать, у него задача. А, не понял. Бамбу поставим. Пиздец. Да, это жестко, на самом деле. Давай, нам нужна тактика. Так.
чтобы ей придерживаться. Смотри, ты можешь стоять здесь. Либо в том, либо вон там в углу. За этой вот хуйтой. Это слишком далеко. Я не буду попадать за живым. Ну да, пыль над говно, конечно. Хотя давай, у них дробовик. Поэтому. Только жди, пока они на меня будут. Либо пули стреляют. Я их буду отвлекать, ты их стреляй. Готов? Бля, ну щиты это жестко. Парни серьезные, блядь. Бля, ебать ты кони, нахуй. Жди, пока она не выберет. Пошел! КД. Там остался. Красиво, красиво. Это нормальная тема. Слушай, только давай я буду стоять на гробах, а ты там. Ты будешь их отвлекать. Понял, они будут разворачиваться к тебе, и я чисто их спину буду смотреть. А, стой, или мне вообще в сити стоять? Если сити никого идти не будет, ну пока не имба. Дым отвлекающий в бок. Бля, это слишком далеко. Ну они могут тебя развернуться, и тебе потом будет очень печально. Найс, дыма не кидают. Ладно, у меня дыма. Тоже щит есть. Да? Ладно, жду. Да, Коин на 6 был раньше. Ладно, у меня какую? На 40 влетело. Все, давай. Идут, тут. Я КД. Ты ж там годила. Там трекай, трекай. Красиво. Не, ну это просто. Ебать их многовато. Можно пока дымы просить, пожалуйста. Бля, на кто-то все по смоку. У каждого по смоку. Господи, вот уж ты мой. Сейчас ВП спросят. А, в натуре. Кита. Да они кинули или ты уже? Я. 70 хп, я беру в курсе. Вау, уже со скоростью. Батя какой. Are you ready? За родину, кто? За Сталина. Здоровый остался. Никер, стреляй! Я на КД был. Развалили. Так, у них много гранаты. А, они все повыкидывали, блядь. Вот скоты, блядь. Да. Каждый раз закидывают гранаты на банан. Зачем? А, это их можно тут встречать, потому что. Можно, наверное, нет смысла. Да нет, тут лучше. Стреляй, ты их не пробьешь. Хуя себе, видал какую флешку эту кинул? Профессиональную. Какую? Профессиональную. Да. Блять. Ну это же дерьмо редко сам. Уже да. Потому что я не пал. Там кабан идет. Там он первый. Блять. Я накидываю кабан. Их два. А, найс. Один щит ломается, он берет второй. Нормально, пацаны. Бля, вот типа, да, каждая неделя, ну, сложнее прошлой. По сути. Но... мне кажется, это вообще есть. Если бы они не только с банана шли, а еще и оттуда,
Да. Было бы сложно. Ох. Не, ну было бы сложно. Посидели, да и все. Если бы они еще через церковь шли, было бы как качественно. Блин, хоть бы нам немного оставили. Блять, спасибо нам. Да ты мне кинул смог. Да, не кинул смог. Это я. Патрон. У меня где? Я только шприц взял. Он такой дробовик достает, а я ему бэм. Бля, я думал, это видос будет на минут 10 как минимум. Смотри, как прикольно наши типы стоят с этим спортом. В одной руке держит. Да. Потом, блядь, там пару КГ есть. Качки. Всем спасибо, что посмотрели данное прекраснейшее видео. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Не забывайте подписаться на группу ВКонтакте. С вами были Никита Блуд и Степан. Всем пока.